Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, прошел в поселке Ферма 6 мая. 9 числа военнослужащие 12-го главного управления Министерства обороны России пройдут колонной на параде Победы в Дмитрове. А сейчас на площади перед главным домом офицеров выступает военный оркестр. Участники мероприятия почтили память всех ветеранов и жертв Великой Отечественной войны минутой молчания. Перед собравшимися выступили представители Сергиево-Посадского гарнизона Министерства обороны России и администрации городского округа. Мы собрались на территории Сергиево-Посадского гарнизона в преддверии самого великого почитаемого праздника в нашей стране – Дня Победы. 77 лет прошло с того момента, когда знамя возрузили над Рейхстагом. Всех с наступающим праздником, счастья, здоровья, удачи и мирного неба над головой. Праздником! В строю рядом с офицерами, прапорщиками, сержантами и солдатами должны быть и ветераны Великой Отечественной войны. В поселке Ферма проживает 4 участника и инвалида войны. Однако в силу возраста и по состоянию здоровья на митинг прийти они не смогли. Но ветераны поселка Ферма не забыты. Над ними взяли шефство военнослужащие и юнармейцы. Ходим, навещаем их, дарим какие-то подарки, концерты делаем. Вот. То есть, ну, если ветераны уже не могут ходить, поскольку им очень много лет уже, давно закончилось все, то мы сами приходим к ним. В честь 77-й годовщины Великой Победы в поселке Ферма подготовили особую программу. В местном музее уже работает экспозиция редких экземпляров, которые прежде не выставлялись. Военно-исторические залы музея открылись на первом этаже в здании, где находится почта. Главных особенностей развернутых экспозиции у нас военно-исторический зал, в котором представлены артефакты не только Великой Отечественной войны, но и других войн, а также современные образцы вооружения. Развернуты образцы вооружения и техники, которые используют в настоящее время в вооруженных силах. Есть детская площадка, проводится акция юноармейцев «Письмо ветерану», «Письмо солдату». Развернута экспозиция полевой кухни, как вы видите за моей спиной, где все желающие могут попробовать солдатского, так сказать, солдатской пищи. В честь Дня Победы на главной сцене Центрального офицерского клуба прошел праздничный концерт. Сергей Осипов, Полина Иноземцева, Антон Коврижных. Программа «События».